И доброго времени суток, с вами Граф. Будем... Хотел бы я поиграть в Total War Warhammer. Давно я уже не записывал что-то, вот решил подзаписать видео. Вот игрушечку скачал, Total War, что прям потянуло. Да-да, вот тот самый Total War. Битвы такие эпические. Так, хотел бы я в компанию поиграть. Создаем новую компанию. Эти у меня не проплачены, я не покупал, я только покупал чистую игру. Выбираем Старый Свет. Так, и далее. И тут выбираем за кого? За Империю, гномы. Так, Империя вот у нас. Выбираем за Империю. Коллеги магов применяют несколько школ магии для блага Империи и борьбы с врагами. Каждого лорда можно назначать на должности. Ищу уникальные титулы и различные. Так, ну ладно, это есть гномы. Тоже как бы довольно интересно. У них интересная техника всякая. Вот. Зеленокожие — это те же самые орки. Орки, гоблины. Кровавая рука. Не знаю, не играла. А, кровавая рука — это получается тоже орки. И потом графство вампиров идет. Фон Карштейн — это тоже графство вампиров, можно считать. Вообще их вот. На данный момент сколько, ну, сколько, допустим, видов нацкого можно выбрать. Вот Войны Хаоса, довольно интересный тоже. И Зверолюди, тоже очень интересные. Ну, я их не покупал, хотелось бы, конечно, купить, но я не покупал. Довольно интересные войны у них. Сейчас видео можете посмотреть. Там всякие... Минотавры, козлы войны, с топорами, мега топорами. Ладненько. Я бы хотел бы сейчас поиграть про графство вампиров. Так, вот. За кого именно? Ожидает мертвых, возможно, набирать новые отряды из мертвецов на место. Битвы, количество и качество войск повышается. Так, скверн вампиров, рост влияния, популяция. Разнообразие набора отряда от летающих войск, чудовищ, многочисленных дешевые нежити. Так, и это он что, возлюбленная смерть, Владимир избегает, веселивает друг друга, сражаясь в одном бою. Отряд мертвых, разный набор отряда с летающим. Так, ну, наверное, вот скверна вот берем, графов вампиров. Давайте графа вампиров начнем далее. Вот, можно выбрать графа вампиров вот этого, лидер Франц, Манфин фон Карштейн, либо Генрих Кемлер, это маг. Либо тоже вроде маг Хельман Горст, сейчас скажу точно маг, и маг... нет, он... Чат дает... Нет, он не маг, он якобы ассасин какой-то. Да. Вот Марк фон самим как бы графом я бы хотел бы поиграть. Лидер фракции, сильный лидер, маг и воин ближнего боя. Равных стиль. А, ну вот маг и воин. Это могущественный некромант. Может получить доступ к транспорту к трупового братья. Ага. Могущественный маг. Мастер школы вампиров. Нет, я буду воином. Воином самый интересный вроде как. Сложность выбрали. Ну, пускай по умолчанию низко, это что я не проходил. Чтоб битвы были не довольно тяжелые. Хотя, давайте средний выберем. Параметры. Лимит время битвы, реалистичные битвы, это сохранение. Мне не надо. Так, ну что, начнем кампанию. Так, предыстория. С самого часа дали наслаждение Влада, вместо этого решил отправиться в странствие, чтобы углубиться в свое познание в некромантии, ощущать древние города и гробницы. Он изучал свитки из человеческой кожи, заключал чудовищные сделки с могущественными мертвецами и постигал тайны мертвых книг и мертвых... Тайны первой книги мертвых, вернулся с Сильванию, его могущество заметно возросло. Он победил своего предшественника и забрал его легиона нежити. Вначале Манфреду удавалось скрывать свою истинную природу, выдая себя за имперского лорда. Однако сейчас, когда он достиг вершины могущества,
Внешность графа стала куда более ужасной. Его лицо исказилось в судороге и приобрели трупный вид. А кожа на голове потрескалась от магической энергии, но он не намерен останавливаться, чтобы захватить трон империи. Ему нужно еще больше сил. Начнем. Предысторию сейчас посмотрим. Война вечна. Она неизбежна, как могила. Могила, где догнивает труп старого света. Есть глупцы, что стремятся его сохранить. Но есть и те, кто хочет погрузить мир в вечную ночь. Я храню знания тех, кто на это способен. Так, ну вот, пошла загрузка, пройдет, компьютер у меня не слабенький, должен по-быстрому пройти. Что изобретать? В основном некроманта Цельга ван Крюгсдон, Манфред приступил к распространению своей темной власти в соседней. Главное, ниже, чем мне нравится играть, действует. Ну давай, давай, загружайся уже. Значит, в любом битву сейчас будет, когда так, ну вот, мы загрузились. Замок Дракенгов снова в ваших руках. Но у вас еще много врагов и среди живых, и среди мертвых. Едва ли они будут рады, что фон Карштайн вернулся в родное гнездо. Впереди еще много дел. Земли к северу от нас до самой реки Штир принадлежат роду Темпельгов. Конфликт с ними неизбежен, но ваша воля несгибаема. Захватите их земли, сожгите их склепы и обратите их мертвецов против них самих. В высоких горах на юге засели гномы. Пока у нас под боком имеется такой опасный враг, покоя нам не видать. Подумайте, как избавиться от этих карликов. Мой господин, величие в крови у всех фон Карштайнов. Слава будет вашей, если у вас достанет честолюбие взять ее. Я думал, кстати, то, что мы будем, наверное, воевать. С этим, завоевывать свою территорию. Так, выродок нам надо добить, пока они не пришли к себе. Еще одна победа, ну, ладненько, давайте начнем. Так, что у нас? Окей, не мешай. Так, вон он, наш враг. Да? Мы его должны, наверное, догнать и добить. Давайте, пойдемте. Добьем его. Мы напали на Темпельгов. Гон замок, ландшафт луга. Так, чего у него получается? Ну вот, сам он. Воины скелеты у него. Зомбаки.
Три штуки и лютоволки. Лютоволки у нас что? У нас летучие мыши. Так. Лучиков нет, летучие мыши. А, у нас еще эти есть. Вергульфы. Вергульфы это у нас кто? Упыри и скрепы. Сильнее, чем зомбаки. Скрепы. Ну, сила на нашей стороне. Тут есть командование битвой, либо это авторасчет. И подступить. Ну, командовать сами будем воевать. Если не заметил, ваша сторона красная, вражеская сторона вот где-то вот на этом уровне была. Сила мощнее. Силами можно спасти человеком, если... Я тактикой, конечно, не очень хорошо владею. Ну, по возможности делаю все, что можно. Так что ФПС просел, так вот, загрузочка, скорее всего, идет ранее. Ну, они как бы... Все этих лютоволков. Тут мы топыриваем. Пусть снимается, возьмем против брони. Так, тоже. Ясненько. Так, нам давай к летучих мышей поставим его вот сюда вот. Мы будем ждать, когда он сейчас. Пока что такое. Кинг магии, чтобы попыт лучше ветра. Ну, давай сыграть. Опа. Ничего себе, мана сколько добавилось. Было 5, стало 22. Хорошо, начать развертывание. Начнем развертывание. Так, перемещение вправо-влево, А, W, S. Очень довольно удобно. Колесико нажатия. Прям вот это крутилка всякая. Крутим, приблизить, уменьшить. Так, вот этого друга мы выставим сюда. Жизни у него много. Он будет людей больше всех получать. Вот у нас не топыри. Скелет вперед. Поставим вот в таком порядке. Нет. В таком порядке, оп, будем защищать. Оп. Граф по центру поставим. У нас зомбаки, да, зомбаки, скелеты, скелеты, зомбаки. Зомбаки будут с тыла заходить, как легкие други. Значит, с тыла будут заходить. Зомбаки нет, не с тыла будут, зомбаки будут заходить. Так, ты у нас друг, лучше раскидывать, ну, по центру за графом можно. А вы летучие мыши, вы летучие мышки будем заходить в спину. Оп, ну что, погнали, погнали, все, погнали в побитие. Что, они идут уже? Они пошли в сторону нас. Так, на собак, я думаю, летучих мышей не смысл нападать. Прочная связь, прикрытие, полная сила, низкая угроза. Угроза. Ничего, они будут ждать, что ли, когда я подойду. Если ждать будут, когда я подойду. Ну ладно, что, будем подходить тогда. Убираем всю с вором. Блин, они еще и на горе стоят, зараза. Так, выставляем вот так вот. Оп. Побежали. Оп, видите, вот эта стрелочка, типа они идут, тут они просто идут. А это вот они побежали. Хорошая прессовка. Ургант бежит. О, красавица. Баки. Танцуют идут. Скелеты бегут. Так, двигаются еще скелетики. У нас там купили из склепа. А где наш граф-то? А вот наш граф. Граф. Могучий наш граф. Так, у него дислокация какая-то происходит. О. Ага. Собаки они убирают. От летучих мышей давай сюда. Погнали по барону. Ну, вот так вот летят, да? Летучки наши. Ну, они... Армия вся передвигается. Что займет позиции? И вот это могуч, мощный габарит. Чем мы
Ну, тучка, что поймали. Они должны были вот следить за этим. Вроде здесь локацию какую-то сделали маленькую. Так, начнем. Первый уровень довольно легенький должен быть. Сюда. Ну-ка, давайте попасть. Иди сюда, сзади будет хорошо нападать. Ты, друг, спереди будешь стоять. Тоже вспомнил за навык. Так, тип. Улучшение ветров. Длительность 20 секунд, сам отряд. Так, эффект ускорение перезарядки. Увеличивает запас энергии. Улучшение столь искусственной сердечности, что даже сами ветра магии не способны ему мешать. А это что у него за магия? Так, прямой урон. Враг нанести уроном бойцам высокая эффективность против одной у бойца. Вероятность сопротивления противнику угрозна против выполненных. Ясненько. Нормально так делать. Получается, они на вершинке будут, а? Орка, иди сюда. Нет, ты сейчас сюда. Что-то он там створил, не успел я заметить. Так, здесь у нас нападение идет. Идем сюда. Ребята, сражайтесь. Здесь мы собак уже калечили конкретно, и давайте за главного возьмемся. Ладно, здесь сражаемся сюда. Вы чего, давайте. Пока держится. Летучки мышки, давайте помогите. Здесь ребята нормально они сражаются. Че, графа завалили, да? Да, завалили ребятки. Вперед сюда. Вперед, спасаем наших зомбаков. Все, победа. Вы одержали вверх после боя усиленными вражескими трупами, а те, кто уцелел, трусливо бегут под раскать смех наших богов. Окончить бой. Так. Это построение, да. Я буду хранителем святыни. Я буду погибель врагам, ибо мой священный гнев не будет знать границ. Буду Грейн. Так, довольно неплохо. А орки, да, они такие более прочные. Этот отряд может управлять независимо. Так, ну там мы сколько потеряли, Рубили. Ну, скорее всего, мы как главного их, но мы все сдались. Пусть у нас прошла. Сегодня победа. Так, что мы сделаем?
Полученная добыча 487. Что мы будем делать с ними? Еще повышенный ранг, красиво, как. Ладно, давай посмотрим. Так, вернуть пленных. Пленных отправить по домам, целые и невредимые, разумеется. Заплат противник будет благодарен, а вы сможете продолжить свои интриги. Прощает пленных. Вот так. Нет. Защищать мы не будем, потому что они мертвые, они никому не нужны. Убийство пленных. А? И что тут поработить вражеский слуг? Пусть ваше пополнение отрядов. Речей заставляет их склониться перед вами могуществом. 6%. Вот это, конечно, 100% жизни восстановим. Так, что нам скажет друг наш подсказчик? Надо убить, добить, пока они не пришли в себе. Еще одна победа. Крюгом его земли останутся без защиты. Бою принадлежит эта фракция Гол. Всего темная магия 1000. Окей, на раз герой деревом придем. Находит свою смерть в бою за противника замка Эдингов. Восточная Сильвания. То есть следует здесь по всей фракции. Эшен сейчас весьма уязвим, темный лорд. Захватите его, чтобы открыть новый фронт на севере. Давайте новый фронт на севере. Вольденгорф, горф, чтобы, да? Что у нас там с войском? У нас войско надо пополнить, оживить мертвых. Так. Я не понимаю, что это цена. Есть что-то на доход. Так, это получается деньги, наверное, да? Да. А это темная магия. Общий объем темной магии доступны в вашей фракции. Его позволяет постройка налета дипломатии и сбор трофеев после военных побед. Угу. А, вон, типа это нанять еще людей, я понял, нанять. Так, это получается оживление мертвых, создает новых отрядов из мертвецов, похороненных в этом регионе. Конечно, нанять отрядов. Просто нанять отряд. Так, давайте, наверное, копейщиков. Копейщики, наверное, понадобятся. Что там у копейщика защита от, в ближнем бою 30, 22, так и в ближнем бою 14, 16. Пусть будет защита побольше, лучше защиты, это потери. Не, ну я думаю, что копейщиков, наверное, давайте копейщиков возьмем. Еще. Вот это восполнение заход 14 до полного восстановления отряда. А, восполнение заход 14 ходов до полного восстановления отряда 4. Угу. Хорошо. Мы чешем вот сюда вот идем. Так, что у нас тут с замком? Замка, наверное, чем построить надо. Наверное, вот это, ну что, рост населения, увеличение роста населения позволяет, то есть, да, надо два человечка. Желательно увеличить рост населения. А вот рост населения увеличить. Через два дня построится. Так, поехали, решим, так, пропускаем. Мой господин, почему бы вам не уделить внимание развитию военного дела? Пусть ваши лучшие умы займутся исследованиями. Давайте технологию лидер некромантии. Хорошо, 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 спасибо. Ника Архана, также известна так как Косиные Усы. Стоимость найма, так, успехи, поддержание. Это у нас кто, не знаю. Так, Ника, рост плюс 10, все провинции. А, ну вот, наверное, вот это надо, да. Это самый дефинированный инструмент для обучения молодых вампиров, искусства, внедрения, манипуляции. Так, короче, такой доход от городов. А, ну вот это получается чисто вот, ну, по всем городам. Здесь у нас получается без... на кого? Оскверненных лесов. Чем темнее глушь лес, тем лучше они подходят для всякой нечисти. Содержание минус 10%, проклятия нет любых волков. Стоимость найма здесь проклятых не токтарей и лютых волков. Вот. Лютых волков якобы. По скелетам. Давайте, конечно, сначала
Ну да, да, да. Ахмийская книга крови. Давайте в Ахмийскую книгу крови начнем. Так, технологии есть. Очки. Голод. Постоянно способность голод. Устанавливает здоровье бойцов. Заклятие. Так, устанавливает мощь для заклятий. Ага. Так, враг. Цель враг. Угу. Аура превосходства. Во время битвы у всех отрядов, находящихся в впереди ауры, персонажа повышается дисциплина. Мне дисциплина не нужна. Слуги в нежити не знают усталости, они готовы ночь напролет. Дальность перемещения по карте компании плюс 10%. Ух ты. Ну ладно, мы, наверное, вот это будем. Это что? Восстановление здоровья. Здоровье – это главное. Технологии мы выбрали. Да. Теперь можно спокойно пропустить вход. Бежит на защиту. Вот так вот, значит. Ну, давайте, наверное, пойдем в атаку. Так, у него здесь получается два лидера. И с двумя придется сражаться. Угу. Ну, пойдемте в атаку тогда. Сейчас мы положим. Так, те, получается, чуть попозже войдут в бой. С пехотой ядовитые атаки. Шмайте запретные искусства. Культ Агаша. Появляется кошмарное искусство некромантии. Ее усиливать легионы нежити или ослаблять врагов нечего. Игрушка сейчас не могу посмотреть. Из боков. Не этот так он. Я думаю, он справится. Все будет. Давай загружайся и пошли уже в бой. Вот делись. Так, что у нас тут? Давай. Нет, сыграть не надо. Начать. У вас три и так хватает. Так, что у нас? Мы не знаем дяди. Так, надо узнать, где они могут быть. Так, летучие мыши, давай сюда, подальше опять. Контрол один их сделаем. Удобнее было. Зомбаков сюда. Ну, зомбаков сюда. Так, я думаю, надо ждать, когда они придут к зомбакам. Начать битву. Вон они, братцы, да? А, их сразу двое в одной битве. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять воинов. Одна летучая, одна собака. Жаль, на Украине тут так. Скелеты. Скелеты. Одни скелеты. А вот зомбаки. Четыре группы зомбаков. Скелетов. Да. Будем импровизировать. Надеемся на поле боя. Вот сюда вот. Так, побежали, ребятки. Ну, тут еще мыши, конечно, вот своих сюда перегонят, этих мышей. Потом с летучками сражались. Должны выйти на бой. Ну, средний же настрой все-таки как. Давай, давай, давай. Батри сюда. Остатки зомбаков, точнее. Стритос сюда.
Да, у них очень много зомбаков. Очень много зомбиков. Плюс еще и граф у нас спереди. Граф один, надеюсь. Да, один вот этот маг. Целик Ван Клюгер. Так, граф своего вставлять не будем. Давайте агрить, наверное, всех. Давай соврем всех, попробуем. Так, три сожились. Остановились. Ну что у нас тут? Слишком большая толпа идет, ребята. Очень много их, очень много ребят их. Чего тут сражается, да? Пушки мои. И тут с летушками сражаются. Нормально. Ура. Помоги летушкам. Так, сражение вроде идет хорошо пока. Давайте рубить, рубить их. Видите, как уже ребята. Эти собака плохо погрызть. Давай помогаем. По спину зашли. Так, хоть мы не расправляемся пока. Еще что-то моих там будет. Спасибо, рубили, давай, выкрыл. Иди помогай сзади, попадает. Обшивляем. Угу. Видишь, что-то прям не очень прям хорошо все происходит. Мой главный большой еще целый. Under the sentence.
Маги, пользуемся магией побыстрее. Держитесь, братцы, держитесь. Там души. Так, я сейчас стану спать с ними. Этих сильных трушек гадаем. О, убить вражеский лорд раненый. Пять летучих мышей осталось сразу. Тут все сейчас моих завалят. Давай, выручай, братан, выручай, давай, опа. Че, живы мои? О, да ладно. Победа! Фу. Я думал, победы не будет. Да, сильно моих поход. 7 отрядов вынесли. Знаешь, их другим. Является универсальным оружием ближнего боя. Особенно эффективно у копейщиков. Ну как. Он копейщики кое-как живы остались. Прям снесли, зараза. Зубок обеспечились. Да ладно, не успел. Дико что перемотать, будет видно. Нечистой кровью нежити. Вот эти. Да, опять не успел. Все дружеские и вражеские отряды. Чистая карта обеспечивает более углубленное поле боя. Ну что ж такое. А, тактически это получается, когда назад отматываешь, там прям вид сверху карты, прям сдалека, далека, с птичьего полета. Легайтесь. Так. Победа! Вот, мертвые снова восстали. Получена добыча. Сильно мы их трепали. Так что, разграбить и занять. Так, разграбить и занять, вы получите доход от грабежа, но постоянно в последнем бою повреждены все. Так, ну короче, получается разграбить. Да. Все. Решено, это теперь наш город. Способен запретить жесть. О, могучий лорд! Ваши походы несут миру мрачную славу несмерти. Расширив свои владения, вы можете обратить взор на более дальние земли. На севере и западе находятся империя и другие королевства людей. Там вас ждет богатая добыча. Ну все. Так, хорошо. Мой господин, поступил доклад о приближении крупных сил живых к вашим границам. Такую угрозу нельзя оставлять без внимания. Покажите им, кто хозяин этих земель. Хорошо. Там варвары, наверное, идут. Так у меня армии нету. Здесь что у нас? Здесь народа не было. Здесь же наш вожак-то так это ремонтировать. Вот так.
Вот так. Ладненько, на этом я закончу свое видео. Довольно долго снимаем. Кто хочет продолжения, пишите, буду продолжать компанию. Всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, ставьте лайки. Извините, если что-то не так. Микрофон у меня такой вот, многие жалуются на мой микрофон, какой есть. Ладненько, спасибо, буду рад.